Приветствую вас на своем канале. Сегодня я расскажу вам о своих съедобных покупках на сайте iHerb. Итак, что же это я заказала? Заказала вот такие вот яблочки сушеные. Заказала для того, чтобы использовать их для приготовления каши, добавлять в кашу, можно добавлять в выпечку. Вот такие ровненькие маленькие квадратики они порезаны, очень вкусные. Я бы, честно говоря, даже так, как сухой перекус и съела. Такие приятные кисловатенькие яблочки. Очень вкусные, мне понравились, очень-очень. Далее заказала вот такой большой пакет. Кстати, яблочек сушеных здесь 170 грамм. А вот в этом большом пакетике 200 грамм. Здесь кокосовая стружка. Но она такая, знаете, довольно-таки крупная. Вот такими большими крупными хлопьями здесь кокосики. Очень вкусные. Взяла, чтобы посыпать сверху на пирог, когда я пеку, для выпечки. Но я чувствую, что я их съем так, потому что очень мне нравится. Там продаются еще кокосовые чипсы, да, но их там мало, и, по-моему, цена там такая не очень вкусная. А здесь 200 грамм, вот такой вот большой в итоге достаточно пакет. И вкусно, неописуемо. Я обожаю кокос. И вот такие вот большие вот кокосовые хлопья, я так даже сказала. Далее, заказала от фирмы Nestlé. Вот такая большая банка, 200 грамм какао со вкусом шоколада. Вот так выглядит это какао, какао-порошок. Активно пьем. Необходимо где-то ложечки 2-3 на стаканчик, чтобы получалось вкусно. Заливаем кипяточком, либо горячим молочком. И очень-очень-очень вкусно, конечно же. Далее заказала кофе. Здесь 228 грамм написано. Это итальянский кофе. Ну, честно говоря, написано 100% арабика. Он молотый, но его нужно варить. Это нерастворимый кофе. Вот такой аромат, очень приятный. Но как-то дикого восторга я от этого кофе не получила. Но неплохой, приятный, ароматный. Ну, не скажу, что прям что-то неописуемое, что у нас такое купить нельзя. Ну, взяли попробовать, в принципе, нормальный кофе. Я не скажу, что не вкусный, конечно же. Так, чтобы яблочки мои не рассыпались. Да, вот уже одна пошла. Следующее, заказала приправы. Первое, заказала паприку. Обалденная вещь. Буквально вчера готовила курицу, посыпала паприкой. И цвет красивый, вкус, очень классная паприка. Обожаю приправу этой фирмы. Была тогда на эту фирму как раз скидка на эту приправу, и я набрала. Заказала свою любимую приправу для овощей. Вот видите, сколько у меня уже израсходовало этой приправы. Но сейчас сезон овощей заканчивается, и расходоваться будет не так часто. Вообще добавляла во все овощные салаты. Далее. Заказала такую приправу для барбекю, вот, но как-то не очень мне понравилось, так как здесь содержатся прованские травы, а мне аромат прованских трав как-то не очень нравится. Для тех, кто любит, можете использовать, а я как-то немножко разочарована. Вот, заказала тоже эту приправу, это тоже идет для цыпленка, для барбекю. Очень классная приправа, вот это вот здесь и чесночок, и перчик, и здесь чего только нет. Очень приятный аромат, вкус приятный. Вчера готовила курицу в духовке, тоже добавляла эту приправу. Очень понравилось. Вот это вот классная приправа, я советую. А вот это вот на любителя. Но вот эти две тоже мне очень понравились. Итак, вот такой был мой продуктовый заказ на этот раз. Съедобный iHerb. Все ссылочки будут, как всегда, под видео. Если вы решили заказать первый раз, то код для скидки будет под видео. Используя этот код, вы получите скидку до $10 на ваш первый заказ. Спасибо всем за внимание. Всем всего доброго. Пока-пока.